Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Wildscapes. О, получаем бонус за 7-й день захождения в игру. Ну, ничего супер важного, кроме часа бесконечной жизни. Иногда они здесь уже нужны, потому что бывает сложно. Итак, мы продолжаем обустраивать саванну, вот мы только недавно начали. У нас уже есть 3 левика, и сегодня, если все будет хорошо, то мы откроем зебр. Давайте проходить уровни, а там дальше будет видно, что сегодня успеем, что нет. Так, пузырики 20 штук, и пончики как пузырики, пончиков еще больше. Так, ракета, хорошо. Ящики сначала нужно поразбивать, потому что иначе что-то делать будет очень тяжело. Да, вот так, там пончики, не пропустили ракету. Эх, пончики. Ух ты, класс, смотрите, я могу сделать бомбочку, да еще и кучу всего взорвать. Хорошее начало, правда, бомбочка в таком месте, что она тут мне особо-то и не нужна была. И вот опять, вроде бомбочка, да? Толку от нее. О, вот она полетела, хорошо. И ракета. А, и там же можно было сделать ведерко с конфетами, а я не сделал. Как я мог так поступить, слушайте. Это просто ужас. Сильно поспешил, в итоге такую возможность упустил. Так. Ну ладно, вот так по пончикам пройдусь. И еще два пончика и ящик подбитый. Супер. Так, 9 ходов, а цели еще целая куча. Что-то как-то у меня с целями пока слабовато. Так, а может получится, смотрите, сделать ведерко с конфетами? Да, получилось, ура! Только мне б... Хотелось... Блин, я хотел совместить с зеленым. Вот повезло, что рядом выкинули. Потому что красных на карте было, там 2 очка. И еще... Ну, в общем, ладно, мне тут очень повезло в этом уровне. Класс. А что, 2 звездочки будут, не 3? Нет, все-таки 3, отлично. А до следующего сундука следопыта еще 9 уровней, ого. Новенького пока ничего не было, поэтому просто идем дальше. 94 уровень. Что он приготовил для нас? Цветочки. Ой, 2 этапа. Блин. Не очень люблю 2 этапа. Так, там вот еще и эта жвачка. Или как ее там? Может, бомбочку сделать? Нет, не получится. Ладно. Нужно бороться с жвачкой. О! А вот это класс, смотрите, все, жвачку убрал. Теперь можно спокойно вот это еще и так сделать, смотрите, класс, опа. Ха! Вообще, верхний этот этап прошелся просто классно. Так, а здесь бы, наверное, лучше сделать вот так. И смотрите, что творится. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вообще вещь. И еще делаю вот так. И вот совмещаю, да? Здесь все. Короче, уровень какой-то волшебный, я бы сказал. Хотя вот мало цветочков почему-то выбилось. Можно было и больше. Нет, нормально. Нормально, нормально. Осталось-то всего 2 цветочка. Еще можно сделать ведерко. Так, ну только его совместить можно, нет? Можно. Не факт, что оно попадет куда-то. Потому что... Да, видите, ни по одному цветочку не попало. Ну, хоть так вот. И... Опа. 5 ходов. Нужно просто обычный волчок и все. А то я тут придумываю всякие непонятные эти вещи. А зачем? Толку от них мало для меня.
Увидеть, что творится. Мне нужен просто волчок. Опа! Ха-ха, да еще и с ведерком волчок. Класс. Повезло. Вот сверху повезло, и сейчас повезло. Я, можно сказать, почти проиграл. Зато вот 3 звезды там с запасом большим, столько совмещений было. Просто класс. Ура. О, класс, девочка, этот львенок. Супер. А, в природе тигры одиноки, а тут такая чудесная семья, да. А про львеночка никто не хочет нам ничего сказать. Странно, обычно про все говорили, а тут нет. 1300 монеток. И семейство львов собрано. Ха-ха. Такая милая вообще. Кристаллики, молоточек. Отлично. Ну, а мы идем дальше. У нас уже половина 9 уровня пройдена. Идем за паровозиками. Ух ты, что это у нас тут такое интересное? Ого, не знаю. Он падает здесь, я думаю, как это вообще? А куда бомба упала? В самый низ, надо же. Так. Если честно, здесь, конечно, это как-то так... Непонятно ничего. Даже не знаю, с чего начинать. О, точно, вот так бомбу там взорвать. Допустим, да, вот здесь ракету можно тоже использовать. Ой, класс, смотрите, ведерко. Мне бы его с чем-то как-то совместить. Нет, наверное, я не знаю. Все-таки ведерко лучше, чем вот эта ракета с бомбой. Даже не знаю, как тут быть пока. Хочется не упустить шанс, конечно. Ладно, я сначала совмещу ведерко, вот так. Я думаю, хуже этого не станет. Вот, отлично. И вот так можно сделать, да? Да прелесть вообще. А теперь вот так сделаю. Тоже, я думаю, смотрите, сколько сразу паровозиков. 10 ходов осталось всего лишь. Там паровозики сверху есть. Так, нет, я его не добил там. Странно. Что мне делать? Оп, еще паровозик. И еще паровозик. Ничего себе. Но вот в некоторых местах я просто до паровозика добраться не могу. Мне вот так как-то совместить. Нет, неправильно я сделал. Хотя, с другой стороны, смотрите, волчок там сейчас будет. Вот, еще паровозик подбил. И еще паровозик. Класс, класс. 2 паровозика всего осталось. Как же их выбить? Пока не знаю. Вот волчок меня выручит в одном месте. И вот туда нужно еще, наверное, 2 волчка. Смотрите-ка. Так вот. А, и можно было просто сделать вот так, и все. Хотя можно было сейчас ведро конфет совместить. Но я, если бы совместил, ракеты могли бы не залететь туда вверх. А так наверняка уже вот раз, и все. По-любому 3 звездочки. Есть что-то новенькое? Да, какой-то красивый такой шалашик. Беседочка. А, я тут осмотрелся и понял, что беседки нет. Сюда бы такую, с крышей соломы. Как скажете. Для наших дорогих посетителей все самое лучшее. Вот. Пускай стоит здесь. А, точь-в-точь, как я говорил. Как же здорово, что у нас вкусы совпадают. Да, это отлично. А, ну, идем дальше. А, так, а в этом уровне у нас всего 4 черепашки.
Но здесь вот в чем прикол. Здесь вот эти камни, которые взрываются только бустерами. Опа, ведерко с конфетами, хорошо. Плюс водичка, только в одном месте всего. А, то есть нужно ее сначала разлить. Эх, я думал совместить с ведерком конфет. Опа, смотрите. Отлично. А это на воде будет все или нет? Она никак не разольется. Посмотрим. Ух ты! Вот это класс! Вот это, наверное, самое красивое вообще прохождение уровня, которое я вот видел. То есть, вот просто раз и все. И за одно мгновение уровень пройден, 3 звезды. Хотя до этого я тут проиграл несколько раз, как бы. Тяжелый уровень, не получалось ничего. Тут одно удачное совмещение и все. Вообще, просто класс. Так, очередные цели. Опа, ай, вы видели, что там? И здесь тоже. Оп. А как их совместить? Хочу. Хочу. Ай, не так. Не так я хотел. Блин. Время. Ходы ограничены, нужно не забывать. Что ж такое? Не получается. Оп. Совместить ни с чем. Как назло. Везде делаются бустеры, а там, где мне нужно, они делаются. И теперь, типа, только бери и ходи так вот, как мне рекомендуют. Ммм, как я зол. О, зато смотрите. Вот, вообще отлично. Зачем мне тут те конфеты, если вот так все здорово вышло, да? Оп. Смотрите, и еще вот так можно теперь сделать. Класс. Как неожиданно все произошло. Просто нет слов. Я уже думал, что проиграю здесь, как бы, ну, вообще. Такой уровень какой-то. Ха. Непонятный. Ну вот, бац, бац, бац. И уже почти все решено. Можно сделать бомбочку, она взорвется. Нет, не взорвется. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. И вот так можно сделать. Напоследок, что уже вообще по красоте. Что прошлый уровень, что этот. Просто прошлись классно. Вначале ничего не выходило, потом раз-раз и все вышло. И у нас сундук, по идее, очередной. Если будет 3 звезды. А их не 3, почему? Тут куча ходов оставалось. Эх. Так, ну что, посадим новое дерево. Адениум. Ух ты, я такого даже не знаю, если честно. Ну, вот здесь для него место есть, пускай будет. Тут розового у нас ничего не было, но вот как раз. Хотя, может, его лучше было здесь посадить. Ну, ладно. У нас же это саванна, значит, эти саванные растения, все флора и фауна открывается. Так, цель, вот эти вот билетики. А тут куча пончиков. В прошлый раз с пончиками, конечно. С этими я провозился. Они не пропускают и взрывы там. Да вообще с ними как-то так тяжело. А так считается. О, так можно через линки, да, делать комбинации. Я это забыл. И вот так можно делать. Так, прелесть. Только сами льдинки передвигать нельзя. Плохо. Это было бы совсем уже просто. Оп, и ракета сделалась. А, и взорвалась сразу. Все это благодаря льдинкам. Эй, две бомбы испортились. Блин. Плохо. А если вот так? Хотелось бы сделать ведерко. Пожалуйста, ведерко. Вот, с ракетой. Та. А, правда, звездочек мало на карте. И пончиков много, они все выстрелы не пропустят. Но все это лучше, чем чего. И вот так, кстати, можно сделать. И... как еще можно сделать? Да никак пока. Что-то вот так все классно
вроде бы, а по факту не очень-то и классно. Так. Даже не знаю, куда ты полетишь? Ай, тампончик тебя не пустит. О, бомба, да, бомба здесь нужна. Может, о, красного пончика уже нет. Теперь я сейчас с этим совмещением сразу кучу билетика выбью. И последний вылетает, да? Вот это класс, фух. Повезло так повезло. Я уже думал, что проиграю. Опять две звездочки, ну что ж такое, ладно. Нам хватит. Та-дам! Скромненький приз. Что ж поделаешь. Ну, я пока еще ничего не открыл, чтобы уровень поднять, поэтому я, наверное, иду дальше. Так. О, смотрите, а здесь можно сделать сразу ведерко с конфетами. Неожиданно. Мне бы его с чем-то, конечно, совместить. Но не знаю, ладно, пока так сделаю. Бананы. Нет, бананы, груши. Куда лучше? Лучше на банан, наверное. Не знаю, почему я так решил. И вот еще, пожалуйста, ведерко не испортите. Да, еще ведерко есть. Супер. Ну что его? Давайте теперь его с грушей совмещу, не знаю. Сомневаюсь, что мне еще одно ведерко дадут сделать. Хотя все может быть. Оп. Камни нужно разбивать, они еще не дадут ничего сделать. Как же их разбивать, если... Ну, нет этих... Бомб. Ракет хороших. Все они есть, ну, каких-то местах таких непонятных. Так, ну-ка. О, еще ведерко. Ха. Давайте-ка я вот сделаю вот так. Там бомба взорвется сейчас слева внизу. Камни там подобьют, отлично. Сверху вообще все расчистил. Так, ну здесь вот, наверное, вот так лучше сделать, да? И, наверное, вот так. Класс. Если сейчас повезет, то вообще будет прелесть, смотрите. Ну, давайте. Вот. Да, класс, и камни там подбили, и волчков целая куча. Угу. И еще и ведерко с конфетами сделалось. Так, что мне мешает? В принципе, можно сделать... В принципе, мне ничего не мешает. Я, наверное, так сделаю сейчас. Ракеты там как раз активируются. Вот. И все. Да? Класс, один ход. Ведерко, ну мне просто здесь повезло, я три раза ведерко делал. Хоть и не совмещал их ни с чем, но все равно три ведерка — это классно. Три звезды, естественно. Можно идти дальше. Что, опять ничего не дали? Да что ж такое, я же хотел этих открыть. Зебр. Опа, смотрите, опять какая цаца. Ой, тут другая цаца, которую не очень люблю. Жвачка это. И не могу к ней никак добраться, блин. А, стоп, нужно было сделать, наверное, вот так сначала. Ой, блин, испортил ведерко с конфетами. Как так получилось, нехорошо. А, бомбочка, допустим. И вот так тоже. Класс. Нет, мне нужны божьи коровки эти. Буду думать больше о них, а не о жвачке. Хотя если не думать о жвачке, то она себя еще покажет. Ой, класс. Вообще. Можно уже и не думать о жвачке. Но все-таки нужно.
можно, нужно. И вот так я и божью коробку, и жвачку выбил. А, там еще сверху две, блин, а я так почему-то... А, снизу... Ну, за них так вот... вцепился, видите. А, еще одна. Да что ж такое? Получай, теперь же точно все. Ха. Быстрый уровень такой оказался вообще. Блин, что опять нет? А сколько же там слоев у них? Я не знаю. Я что-то вообще невнимательный какой-то. Ну... Мне нужно это еще. Юла. А теперь это все? Да. Теперь вопрос в том, сколько звезд. 3. Молодцы. Так, это забор новый, да? Забором я не наберу. Да, забор всего лишь. Я не наберу еще себе опыта для следующих уровней. Пройду еще 2. А может быть, все-таки что-нибудь новенькое откроется? Так, а что у нас здесь? Ух ты. А, 2 этапа. Блин. Еще начинать? Вообще не понимаю. Ладно, допустим. Так. А, и там бомбочка. Там не бомбочка получается. Ракета такая, ракета всякая. Даже не знаю, мне там веревки как-то разбить. О, бомбочка. Ее лучше пониже опустить. О, паровозики там побежали. Ха-ха, так прикольно. Только что-то неприкольно, что ничего не получается пока. Блин, и бомбу испортил. Ну, хотя, в принципе, она нормально сыграла. И вот так сейчас веревки все подобью. Отлично. Еще бомба. Надо ли она мне здесь? Не надо. Ах ты, ах ты. И снова бомба. А вот это джекпот. Смотрите, раз. Класс. Один паровозик все остался здесь, да? Вот так его подбить. Вот так, ага. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, класс. Вообще отлично. Но у меня 15 ходов всего на следующий этап. Если мне здесь будет вести так же, как и в предыдущем, то ладно. Я согласен, смотрите, что творится. А если не так, то, конечно, можно и проиграть. Вот бомбочка. Как раз ее даже взорвать могу. И... Ту-дух. Супер. И еще бомбы. Да, одни бомбы. И волчки... Еще бомба. А давайте сделаем вот так. Класс, куча волчков. Так. И, наверное, вот так я взорву еще один паровозик. Целей осталось не так уж и много. Вот можно бомбу сделать. Волчок еще один. Так. Как быть здесь? Ай! Ай, отлично! Там сверху получается паровозик. А как его выбить? Ох ты! И вот так, да? Все, супер, пройдено. Еще 4 хода осталось. Конечно, тяжело было, но что поделать? И 2 звезды, блин. Доступно что-то новенькое? Нет, недоступно. А, последний уровень прохожу, ладно уже. Если сейчас ничего новенького нам не дадут, то я тогда сдаюсь уже. Так, ну а здесь у нас опять эти камни. А мне за сегодня, если честно, уже поднадоели. Порядком. Уже не раз они мне кровушку попили. Так что вот проигрывал за это, в общем. Но вот сейчас пока начало вроде как хорошее. Смотрите, кучу камней разбил. С этим бустером двойным, сдвоенным. Посмотрим, как будет дальше. Зачем здесь ракета? Мне она вообще не нужна. Что-нибудь получше предложите? Не хотят. Так лучше варианта у меня нет. Все-таки запускаю ракету.
И опять вот, возможно, сделать только такую ракету. Ладно, сделаю Юлу пока. О, она сразу полетела, супер. Так, а дальше что еще? А, дальше можно вот так вот сделать. И еще волчок. Да. Ну, вот как всегда, начало хорошее, а потом, блин, что его делать? Не знаю. А, вот бомбочка. Ух ты, смотрите, а вот это вообще джекпот. Лучше вообще не придумаешь просто. Дело в том, что только... А там и камни сверху падают. Плохо. А, два волчка, ну ладно. Вот так, допустим. Этих можно передвинуть на один ряд, чтобы они что выводились. Волчок, куда ты летишь? Сюда. Там два волчка, только я их пока не могу использовать. О, откуда там бомбочки? Сверху. Не видел их. Семь ходов. Ходов мало. Блин. Что-нибудь хорошее нужно, вот типа такого. Зеленые, красные, синие. Зеленые. Во-первых, это вот выведутся игрушки сразу. Целая куча. Вот еще две появилось, а у меня ходов уже вообще совсем нет. Хотя, с другой стороны, можно сделать вот тут большую бомбу. И одна игрушка вывелась, да? Вот так просто. Смотрите. Что там творится? Класс. Два волчка вот. Они сейчас ударят сюда и все. Как вообще? 5 или 6 ходов, и игра решилась. А до этого вообще ничего не получалось. Ну, конечно, бывает. Класс. Ситуации такие. Не перестает меня игра своим рандомом удивлять. А вот сундучок. И нам доступно вот такое вот украшение. Давайте откроем сундук сначала. О! Ого, и жизнь бесконечная на 3 часа. Зачем, спрашивается, если это последний уровень у меня на сегодня? Непонятно. Ладно. А, до ближайшего фонтана от саванны далековато. Давайте здесь установим. Давайте. Глиняный фонтан. Он такой маленький, да? Совсем маленький. Ну, пускай будет вот здесь, да? Не просто фонтан, а арт-объект под открытым небом. Спасибо. И смотрится красиво, и освежает. А, ну что ж, друзья, все-таки я не смог открыть, видите? А... Зебр сегодня, к сожалению. Можно, конечно, на все монетки купить там украшений и открыть, но потом даже денег не хватит на зебры. Поэтому я все-таки прощаюсь с вами до следующего выпуска. А в следующем уже, ну, железобетонно, миллионно процентно зебры будут с нами. А если вам нравится эта игра, то поддержите это видео своими лайками. И оставайтесь с нами, скоро продолжение. Пока-пока.